Причиной смерти солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева стала сердечная недостаточность. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на специалистов Петербургского бюро судмедэкспертизы. Официальную версию кончины рок-звезды Следственный комитет обещает озвучить не раньше, чем через месяц. Эксперты должны исключить криминальный характер гибели популярного музыканта. За любовь к музыке его отчислили из реставрационного лицея. Михаил Горшенев, больше известный под псевдонимом «Горшок», уже в юности учебе предпочитал музыку. Еще в школе вместе с одноклассниками он собрал группу «Контора». Через несколько лет с приходом второго вокалиста Андрея Князева коллектив назвали «Король и Шут» или «Киш». В 96-м после выхода дебютного альбома «Камнем по голове» группа стала популярной. А всего через 3 года коллектив собирал дворец спорта юбилейный. Музыканты записали 12 альбомов и выпустили зонг-оперу «Тот», в записи которой участвовали Константин Кинчев, Илья Черт и Беленовик. Этим летом у группы был плотный гастрольный график. Только в августе 2 крупных байк-шоу. В сентябре музыканты планировали приступить к записи нового 13-го по счету альбома.